где она убить? А это как рукоделие называется? Это называется вышивка по бели, либо сажен по бели. Сначала на узор выкладывается нитка, ну, пришивается ниточка вот в два ряда. Вот. А сверху вот этой нитки пришивается уже бисер. Потом вот эти места вырезаются ножиком специальным. И получается как бисерное кружево, очень красивое. Это будет кокошник. Угу. И расскажите, как называется? Вышивка по бели. Рученички. Творческая мастерская рученички.